Тема 853. Уличный скалодром. Никогда не интересовалась скалолазанием, да и к альпинистам отношусь более как к потенциальным жертвам. Но в интернете то и дело встречаю новости, как в том или ином городе России открылся очередной скалодром. Это такая стена в пупырышках, за которой нужно держаться, чтобы добраться до самого верха. Имитация настоящей скалы. Причем, скалы могут быть совсем маленькие. Есть гигантские экземпляры, ниже, самый высокий скалодром. Excalibur. Находящийся в Голландии, высотой 37 метров. Видимо, тема очень популярная и... Google Trends. Тоже это подтверждает. У нас, в России, создание первых скалодромов тоже датируется 2007-2008 годами, как в... Google Trends. В основном их строят в специальных тренировочных залах, торговых центрах, в парках, на городских массовых мероприятиях, прямо на улице. Но никогда еще я не видела, чтобы их строили рядом со стенами жилых домов, то есть прямо в городе. И когда я увидела в интернете фотографию ниже, очень ею заинтересовалась. Эта стена для скалолазания построена прямо в проходе между двумя городскими зданиями. Ее построила молодая индийская фирма. Urban Climbers, что в переводе означает «городские скалолазы». Urban Climbers Inn. Эту фирму организовала индийская девушка Астача Турведи, и она специализируется на создании уличных скалодромов под ключ, то есть не только их создает, но приводит сюда свою тренерскую команду, то есть ставит скалодром и тут же начинает на нем сама зарабатывать, и клиентами ее выступают не только отдельные заказчики, но и муниципалитет, школы и крупные фирмы. Конечно, такой бизнес с нуля не поднимешь, но Асте удалось найти инвестора. У нас в России становится модно строить спортивные комплексы во дворах домов. И я даже знаю одного бизнесмена, читала где-то, что он сделал на этом отличный бизнес. Приходит в муниципалитет очередного города, показывает фотки будущих спортивных площадок, яркие, украшающие город и полезные для жителей. Принимает заказы и делает. Спортивные комплексы – это хорошо, но они занимают большие площади. Не во всяком городе найдешь столько места. А что если начать делать дворовые скалодромы? Но не посреди двора, а вдоль глухих, и даже не глухих, стен домов. Много места не потребуется. Правда, я не знаю, как на них заниматься без тренера. Но если можно подобное организовать в Индии, значит, можно и у нас. Нашла фирму в Санкт-Петербурге. Top Point Chiru, которая делает подобные уличные скалодромы, прижатые к домам, стоят они 5000 рублей за квадратный метр. В Москве тоже увидела подобный уличный скалодром, прижатый к институту МИТХТ. Мне кажется, это интересное дело. Наш народ все время лезет куда-то вверх, то ли подражает западным энтузиастам-предпринимателям, то ли это в крови у молодых людей разных стран, прыгает с крыш, катается на гигантских качелях. Только что по телевизору рассказали, как в Сочи открыли огромные качели с размахом в 500 метров. Если ему некуда девать свою энергию, так надо ему помочь. И если прыгать с крыши, кататься на гигантских качелях в городе как-то не очень удобно, другие дома мешают, то полазать по такой вот вертикальной стене очень даже никому не помешаешь, если, конечно, не упадешь. В любом городе полно вертикальных стен, к которым осталось только приделать пупырышки и подвесить страховку. А что делать зимой, спросите вы. Я нашла еще одну фирму из Тюмени, Skalodrom 72ru, которая изготавливает зимний вариант скалодрома, ледодром. Тоже в принципе в городе не сильно будет мешать, зато как эффектно выглядит. Тут же можно в Instagram фотки посылать. Зимой-то нашим людям вообще делать нечего, гулять холодно, на лыжах кататься по городу неудобно, на коньках не все умеют. А вот взобраться на такую гору интересно, хотя я точно не полезу.